Приветствую вас, мои дорогие зрители! На связи Яна Федорова. Сегодня буду показывать вам, как сделать розочку из морковки. Так, одну морковку надо нарезать кружочками, как можно тоньше. Налила сюда воды холодной и пару ложек соли. Так. Нужна очень соленая вода. Вода должна быть холодная. Все. Кладу сюда все эти кружочки и даю постоять, ну, примерно 20 минут. После такой процедуры кружочки морковки станут податливыми и гибкими, с ними будет легко. Морковка уже вымокла в солевом растворе, я ее откинула на дуршлаг, просушила, все, теперь она готова, чтобы делать розочку. Начинаем выкладывать от меньшего к большему, вот так, с нахлестом. 10 штучек, 10 таких кружков. Нужно для розочки. Это, как я уже убедилась, у меня лучше всего получается из 10 штучек. Все, теперь с этого конца аккуратненько, прижимая плотненько, скручиваем рулетик. Так, она немножечко лазит, но ничего, придерживаем и скручиваем как можно плотнее. Все, розочка почти готова. Скрепляем ее зубочистками. 2 штучки надо будет. Зубочистки желательно взять поострее. Так. И вторую вот так крест-накрест. Протыкая все по возможности лепесточки. Вот что получилось. Теперь расправляем аккуратненько наш цветочек, так, чтобы не развалился. Вот получается какая прелесть. Если зубочистки торчат, можно их подрезать ножничками. Чтобы края розочки не заветривались, можно их смазать растительным маслом или майонезом. Это будет даже живописнее смотреться и интереснее. Потом немножечко она постоит, майонез расправится, и будет очень красиво. И вот смотрите, какое чудесное украшение получилось. Оно украсит любое блюдо. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал.